На! Вообще разлетел. Попадание. Так, меткое попадание. На! Еще, еще, еще. На! Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Ампер, Куёка, Растишка Мэн. Пацаны, поздоровайтесь! Всем здорово! Ребята, ну что, давно у нас не было игры Брикрикс, и все подписчики попросили, чтобы мы записали что-нибудь с пожирателем. Мы скачали очень крутого пожирателя, это не просто пожиратель, а у него еще есть и базуки. Он стреляет прямо и по бокам. Если опять укушите, приятного аппетита, а у нас выживание и угар. Погнали! Ну что, пацаны, даю вам 5 секунд для того, чтобы я вас больше никогда и не видел в живых. Ребята, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд, любой может зайти и записать с нами классные ролики. А я надеюсь, пацаны уже разбежались, и я выехал на охоту. Кстати, в этом ролике, наверное, знаете, что мы сделаем? Разрушим все дома, которые здесь есть. Давайте уже начнем. Давайте проверим, по бокам четко стреляю. Вот, спереди и по бокам. Вот это мощь! Да чего, смотри, как круто! Так. О, первое здание ушло. Первое здание ушло. Так, я никого из пацанов не вижу. Вы что, поубегали? Я же могу камеру далеко сделать. Так, так, так. Блин, ну вот этот пожиратель, он реально крутой. Он, кстати, только недавно вышел. Бум. Е, видели? Еще бы чуть-чуть и попал. Так, вижу, вижу жертву. Тихо, тихо, пожиратель. Задел бампер, да? Да, бампер. Блин, было бы классно, да, если бы я прям четко попал в него. Так... Разрушитель едет. На! Офигеть! Вот это я чувствую мощь. Так, пацаны, еще вы сильно, да, там прячетесь? Так, никого пока не наблюдаю. Псих едет. Вот это у него там под 10 базук вылетает сразу. Минус еще одно здание. Я разрушу этот город. И никто у вас не спасет. Бу! Вижу, вижу, вижу. Слышь, ты! Еще бы чуть-чуть бы еще одного увидел. Ой-ой-ой. Базука далеко летит очень. Так, 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 наблюдаю, наблюдаю за пацанами. Они взяли очень быстрые машины. Тяжеловато мне будет, ребята, вас убить, но я смогу. Нет, Дим. Не сильно быстрые? Обновили. Брикрикс очень круто смотрится теперь. Это все дело у нас. Вы психи, вы где? Дим. Я еду вас мочить. Сейчас мы поломаем все здания, и я буду их видеть всех. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А, у меня же бессмертие включено. Так, подождите, что с моей машиной что-то не то. Слышу, 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 кто-то едет. Попал? Нет, конечно. Давайте, давайте, снимем уже здание это. Еще одно здание ушло. Вижу, вижу, вижу психа, еду, еду за ним. Я должен тебя сожрать. А куда он повернул, куда он повернул? Видел, 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 ребятушки, я еду за ним. На! Вот это он разлетелся. Красиво, отлично, пойдет. Может, в принципе, другую машину взять, что-нибудь такое побольше, чтобы были эпичные взрывы. Вижу еще одного. Бум! Вижу, вижу, вижу. На! Ты живой! На-на-на-на-на! На! На! Иди сюда, подлец, я тебя вижу! Отлично, ребята, мне нравится. Сразу видно, вы поставили лайк, чтобы ролик был крутым и веселым. Так, все разлетелось просто. Блин, чем мы Брикрикс раньше не записывали? Ребята, если вы хотите, чтобы мы Брикрикс чаще записывали, давайте соберем 3000 лайков или напишите в комментарии, мы хотим Брикрикс. Если будет очень много, мы сразу запишем Брикрикс, что-нибудь еще эпичнее. Возьмем еще больше подписчиков и сделаем несколько пожирателей мощных. Ой-ой-ой!
Красиво разлетелась твоя машина. Ой, моя жопа горит. А нет, это не моя. Чья-то жопа горит. Красиво. Прям под меня подъехал. Пацаны, спасибо, что вы такие кадры мне делаете эпические. Мне нравится. Надеюсь, подписчикам тоже. Кстати, любой может превратиться с зрителя в настоящего подписчика канала Димас ТВ. Для этого надо подписаться. И чем больше нас, тем больше стимула мне записывать что-то новенькое и крутое. Так, здание, слышь, ты отвали от меня. А можете потом, знаете, что можем записать? Что все будут охотиться на пожирателя. Как вам такое будет, да, прикольно? Когда пожиратель будет убегать, а вы будете его пытаться убить на танках. Так, я вас не вижу, пацаны, вы сильно прям прячетесь, да, от меня, так понял? Я проехал, Дима, в смысле? Я не видел, я не увидел. Опа, кто-то машину, поставил. Так. Я тебя вижу, Дим. Дим, перед тобой вот стою. Так где ты? Хочешь, до тебя подъеду, Дим? Ну, если ты смерть и не боишься умереть, конечно, подъезжай, я всегда рад. Я тихонечко еду по городу. Еще одно, чтобы было лучше видно. Так, не вижу. Обзор, да? Угол обзора. Угол обзора маленький. Вот. Пожиратель едет. Еще одно здание ушло. Вообще жир. Чип, я перед тобой пролетел. Да ну, я потом буду монтировать ролик и увижу, что-то нифига не вижу. Еще два здания. Вообще жир. Вот это я готю их всех. Бум. Блин, вот это мощь. Привет. Вижу. Нет, не вижу. Блин, ну это посмотри. Вижу. А ну стоять. Стоять, иди сюда. Ну что, пожиратель разозлился. Так, готовим, пушки заряжены. Ой-ой. Так, так, так. Попал? Нет. О, нет. Вот это было рядом, а ну стоять. Тихо, 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 тихо. Что-то не перевернулся. Не-не-не, ты шо? Нет. Да-да-да-да-да-да, давай. Вот это жесть. Сейчас. Не-не-не-не-не. Вижу, хуяка, я еду за тобой. Ой, рядом пролетела. Есть. Еще на. Хуяка, ну что, я тебя уничтожил? Уничтожил. Так, вижу еще одного. Видимо, я прилетел на аэробазу и увидел данных. Ой-ой-ой! Да как ты живой остался? Ой-ой-ой-ой, там все рушится, но я не попал по нему. Стоять! Стоять, пожиратель с базука тебя убьет! Слышь ты! Вот это мощь! Хе-хе, фигачи все! Так, я слышу, кто-то где-то едет. Тихо. Да ты смотри, а? Да ну рядом базуки, прям рядом пролетает. Блин, вот пожиратель тяжеленная машина просто. Привет, Дима. А где ты, где ты? Действительно. Вижу. Не попал. Ой, корочка, спасибо. Не попал. Ой-ой-ой. Попал. Дим. Давай я тебя буду жрать. Ха-ха, я ж пожиратель. Жрём танк. Ого, ты живу, у тебя колеса поотваливались. Ха-ха-ха, иди сюда. На, зацепил. И делай, еще зацепил. Ну что, прощай. Нет, не прощай. Так как ты еще едешь? На. Да танк мощный, ребята. На. На. Да. Еще и желтого задел. Вот это эпически. Бум. Бум. Зря ты сбоку стоишь. На. Куёка, я за тобой еду, это еще не все. Дима, не надо. На! Вообще разлетел. Помоги. Так, меткое попадание. На! Еще. На! У тебя передок просто морда разлетелась. Куёка, ты еще живой?
Конечно, я уже уехал. Так, танк, где танк? Дима поломал, но я выжил. Да? Да. Хорошо, я специально тебя оставил живых, чтобы ты мучился. Машинку. Вижу танк. Куяка, ты ж не восстанавливался еще? Нет. Это было эпичненько, давай, я еду за тобой. Блин, а он быстрый такой? О, слышу, где-то вот здесь вот едет. Я, короче, кресло выпало, потому что ой-ой-ой, прям над ним пролетело. Тихо, пусть падает вниз. Пусть падает. Нет! Дима, я тебя сзади. Спасибо, не надо. Есть! На, есть, все! Живой? Ты живой, да ладно? Ой, зря ты сбоку встал. Сейчас я тебя уничтожу. Сейчас, ребята, это еще не все. Ну, прощай. Вот это жесть. Ой, рядом пролетело. Так, вижу жертву впереди. Вот эта машина у меня. Нифига себе, он сколько едет километров. Я думал, что 150 это лупашит. О, вижу, уходит. Я его живых не оставлю. Ой. Вот это мощь. Ты меня не достанешь. Всегда стараешься. Ха-ха, здание завалилось на тебя. Так, давайте будем выслеживать. Вижу жертву эту. Есть! Попал? Ой, нет. Это было наход. Ой, красиво ты там. Ты живой еще? Меня снесло. Я понял, ладно. Ты сам себя наказал. Я хочу куёка на танке. Мне нравится танк гасить. Классно. Где же танк у нас? Танк где-то ездит. Где-то едет. Еще одно здание. А, поезд. Раз. Ой. А ты что делаешь? Эй, ты меня перевернул! Я тебя выстрелом попал, да? Ой, еще чуть-чуть бы и попал. Слышь, ты от меня ты не уйдешь. Уйду я в прошлый раз. А я стреляю жестко, вообще, по всему, чего вижу. Здания рушатся, все рушится. Да блин, он такой всик, так быстро ехать, зафига ж так быстро. Ладно, ты уехал, у тебя эта машина более маневренная. У меня, ребята, тяжелая машина, тяжеловато на ней немножко управлять. Я ищу танк, я хочу танк гасить, мне нравится по танку. Вижу, куёк, это ты? Ты еще по мне стреляешь? Ой. Да. Ой. И друг себе поехал. Нет, стоять. Опа, кусок жопы оторвал. Дима. Дима, словишь пулю? Нет. Есть. Ой. Ты живой? Нет, куяка дэд. Это было эпично. Где ты? Эй, ты по кому? Ты по кому хотел стрелять? На! Еще одного убил. Ну все, ребят, я мощь. Ребята, пожиратель сегодня всех мочит, кого можно и нельзя. Блин, ну танк мне нравится с танком воевать. Он мощный, но тот был помощнее танк. Помощнее? Ты желтый, я тебя когда-то поймаю. Блин, у меня инерция большая, очень тяжелая машина. А где ты? За тобой. Вижу, давай, иди сюда. Ай! На! На! За брата, брат за брата и умер. Я тебя сожру и затараню. Ой, дуло отлетело. А я поехал, Дим, пока. Да, дядя, уедет. Еще едешь? Да.
Да ты чё, стоять! Да смотрите, это тот живучий! Бу! Здание еще одно разрушилось. Как я сказал, будем разрушать сегодня все. Я на двух колесе еду. На двух колесе? Да. И с экрана подлагивает дивно. Ну тут на желтой машине, я его никогда не поймал. Это тяжело его поймать. Ну типа давай. Раз на раз. Давай, давай, раз на раз. Иди сюда. Раз на раз. А где ты? А вот я. Черненький. Так. Прицел. Прицел. Давай, раз на раз. Ой, у тебя бессмертие! Нет, Дима, как раз нет. Ой-ой-ой-ой-ой. На! Ты Дима, что? Давай-ка подключим. Нормально, нормально, потихонечку воюем, жестко воюем. Ой. Я тебя буду жрать. Не надо. Здание упало на танк! Разлетелся этот твой танк ни о чем вообще. Ай, не надо! Да как ты, с чего сделанный? Я? Челепиздрик ты! Так, догоняем жертву. Да, да, Дима, не надо, я буду. Попал. Попал. Почти попал. Ой, четкое попадание. Промахнулся. На! Вообще, у тебя еще целый танк, да ладно? вот так сейчас попаду. Ай-яй-яй. А смотри, а. Так, подлавливаем его. Прощай. Ой-ой-ой, вы по мне гасика. Задрали! Да отвали! А давай теперь я. На! О, все, запчасти отлетают! Видите, как плиты такие? Так, давайте вот этого будем гасить. Так, целимся. Попадание! Есть! Попадание! Есть! Нормально. А я бронированный. Придется тебя грызть. Давай, грызем. Откусываем танк. Есть. В попе шерсть. Пора и тебя сожрать. Да как ты еще живой, а? Мои щупальцы. Ух ты, блин, мои щупальцы тебя не берут. Так, надо отъехать. Тут два канала, я в запчастях загруз. Давай. Есть еще. Вот это жесть, ребята, как громко бахает. Ай! Так, подожди, что-то у меня пушки криво стреляют. Да откуда ты стреляешь? Откуда? А, ты с базуки? Так это нечестно! Это как я тебя не сожрал? Еще один приехал. Сейчас, ребята, меткое попадание. У меня меткое попадание. Есть! Да как это... Да чего? Мощная пушка у тебя, я вижу, была. На! Хорош! Еще разок! Получай! Ух ты! Так, ну что, пацаны, давайте теперь я выключу бессмертие, и вы попробуйте меня убить. Как вам такое? Все, бессмертие отключено. Включу такое у себя, чтобы я живой хотя бы остался. Все, ребятушки, теперь они должны меня поймать и убить. Валим. Дима, теперь иди сюда, теперь я монстр. Не-не-не, я валю. Я тут... я перевернулся! Нет, стоять! Да как? Привет! Ай-яй-яй!
отвали, у меня уже отвалилось колесо. А, нет, целое колесо. Глаз отвалил. Ох ты. Сзади. А, валю, 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 валю. Нет. А теперь... На! На! Я, может... Ох ты, у меня уже тут нету половины машины. Все. Все, ребята, вы меня замочили. Но я живой. А еще и переехал танком. А давайте бессмертие отключу, умру я или нет? Так, бессмертие отключено. Короче, я смертный, давайте. Валю, валю, валю. Беги, Димка, беги. Так, 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 так. Я валю, я валю, я валю. Замочили мою машину, пожар. А! Здание на голову упало! Блин, ну все. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока!